Новости. Рев моторов и запах жженой резины. В Ставрополь со всей страны приехали те, для кого риск стал образом жизни. Это театр «Каскадер». На самом деле в каждом трюке есть огромное количество ответственности, которая внутри тебя формирует, и ты действительно сосредотачиваешься для того, чтобы трюк был максимально выполнен настолько, чтобы не зрителю понравилось, а в первую очередь понравилось тебе. Итак, остановил? Красавчик, удержал. Так, Саша, Санек, ты куда? Саша, залезь обратно. Ты нормальный? Вылези оттуда, ты что, идиот? Вылечили! 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 Маковеев Александр, Том Денисов, Сергей Кочерга! Эмоции классные, просто, честно говорю, классные, просто супер! Первый раз в этом городе сам приехал, с Кузбасса, нравится сильно! Супер класс! Погода, конечно, чуть подкачала. Парень с Кемерово приехал. Ну, такое шоу, конечно, не ожидали. Получается, у нас каждую неделю это новый город. По 4 представления в неделю. С четверга по воскресенье. Ну, по крайней мере, стараемся во всех городах делать именно так. Шоу существует 29 лет. Илона Домарева, Игорь Маслиев, АТВ, Ставрополь.